Но как мне так снять, чтобы было интересно? Хочешь научиться снимать крутое видео, которое за день наберет 1000 лайков и подписчиков? Да, конечно. Для этого тебе нужно научиться писать сценарий. Ну как? Самое первое, с чего мы с тобой начнем, это с поиска идеи. А самый лучший способ поиска идеи – это наблюдение. Ну что, идея появилась? Появилась. А теперь нам нужно придумать конфликт. Без конфликта будет совсем неинтересно. Это как борьба добра со злом? Правильно. Давай мы посмотрим, как это примерно выглядит. А какой следующий шаг? Следующий шаг – это придумать финал, то есть логическое завершение нашего с тобой видео. А теперь можно начинать снимать? Конечно, можно! А теперь у меня последний вопрос. Как мы так быстро перемещались? А это уже волшебство монтажа. Но я об этом тебе расскажу в следующий раз.